Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали опять на Эмеретинскую набережную, но немножечко с другой стороны мы подъехали. Температура у нас сегодня воздуха плюс 10, солнечно, небольшой ветерочек, но в зимней одежде, конечно, немножко жарковато, но уже в жилетке мне будет холодно, а куртку осеннюю я не брала, поэтому мы в зимнем. Можно бегать. Самолет летит. Так. Видно. Зеленый. Вот это уже олимпийский мотодром. Видишь, здесь катаются. На чем? На чем? Ну, на мотоциклах, наверное. Наверное, на самоцветах. Шишки начинают расти. Молоденькие. Наверное, на самокатах. Маточок, кукук, тютюк. Кукук, тютюк, кукук, тютюк. Ты. Кукук, тютюк. Тютюк. Получается. Конечно, на фоне гор это все. Горы, конечно, шикарные просто. Очень красиво. Вот телефон уменьшает все равно в размерах. Они глазами смотришь, они значительно больше смотрятся. Вот и море. О, сегодня тоже волны хорошие. Но небо не такое красивое, как вчера, конечно. Вот немножко издалека этот стадион Фишт. Вот все это смотрится. Thank you.
Лавочки с крышами. Две штуки на всем побережье. Какие волны, ничего себе. Чайку сносит. Смотри, она ж лететь не может. Федя, шли-шли, нашли динозавра. Динопарк тут есть. Шевелит головой он даже. Рот открывает. Ну вот тут. Вот тут. Дом хаски. Но там одна хаска и два или три самоеда бегает, играет. Привет. Зайти пообщаться с ней. Ой, при желании сделать фоточки в профессиональном виде. Фотографии через 20 минут будут у вас уже в электронном виде. Фотографии сколько стоят у вас? Смотрите, входной билет стоит 300 рублей. То есть это познакомиться, пообщаться, узнать. Поиграть. По времени сколько? Обычно 15 минут как бы достаточно. Угу. Если вы хотите просто сделать фото, зайти сфотографироваться и выйти, то есть, как бы, тогда оплачиваете только за фотографии без фото. Это сколько? Смотрите, фотограф. Мы сидим сюда. Фотограф фотографирует. Фотограф фотографирует вас бесплатно, то есть, угу. Да, то есть как бы делает много разных кадров, потом вы смотрите, какие вам нравятся, вы приобретаете. Одно фото в электронном виде стоит 300 рублей, у двух фото уже идут скидочки. И через 20 минут буквально уже фотографии будут у вас. Угу, понятно. Ну, погуляем. Давай. О, сколько мопедов. Ну и что, просто шарики покидать. Авторское фото. Это для фотосессии, Федя. Дед Мороз за рулем, видишь? Так, пошли, пока у нас светофор. Заваливается от ветра. Колесо работает, смотри. Да. Мы с тобой на нем катались, помнишь? Да. Но мы не катались на машинках, да? На машинках нет. Так, вот огород деревенский. Капуста настоящая растет. Где? Ты на Лукойл на этот полезешь? На машину. Нет. Это уже фотался на ней. А вот и делали медведи, еноты тоже. Да, их нарядили, видишь? Да. Посмотрим. Вот здесь что у нас? Прудик? Да, как всегда, не замерз. Прудик, тут ничего не замерзает. Цветочки, анюткины глазки растут.
Смотри, какие яркие анюткины. Может, по разные стороны, да?